29-летняя звезда реалити-шоу вышла в свет в дерзком наряде Total Blue. Ким Кардашьян, Ким Кадашейн, надела смелое платье, сапоги и колготки в тон. У представительниц телесемейства Кардашьян, Дженнер началась горячая пара. Знаменитые сестры посещают рождественские мероприятия. Они устроили собственную вечеринку, на которую пригласили звездных друзей. Торжество состоялось в Малибу, в шикарном японском ресторане Наба. Ким Кардашьян вместе с сестрой Кайли Дженнер отметили успех своих брендов. Совместная вечеринка прошла под названием Kwak Beauty и Kylie Cosmetics Line. Глава семейства Крис Дженнер даже прослезилась, отметив, что гордится успехами своих детей. Ким выбрала для мероприятия вызывающий образ в стиле девочка на дискотеке 80-х. Ультракороткое облегающее платье синего цвета подчеркнуло ее знаменитую фигуру в форме песочных часов. Наряд наглядно продемонстрировал соблазнительную область декольте. Ким похвасталась ножками в оригинальных колготках в тон платья с металлическим блеском. Образ довершили блестящие фиолетовые сапоги до колен. Кардашьян отказалась от украшений. Она сделала броский вечерний макияж и распустила волосы волнистыми прядями по плечам. Супруге Канье Уэста есть что отметить в уходящем году. Ее косметический бренд, запущенный 2 года назад, достиг оценочной стоимости 100 миллионов долларов. Кроме того, она запустила линию нижнего белья Skims. Ким и Канье в этом году стали родителями 4-го ребенка, Псалму сейчас 7 месяцев. У супругов есть также 6-летняя дочь Норт, 4-летний сын Сейнт и годовалая дочь Чикаго. Недавно звездная мама призналась, что фотошопит своих детей. Рэпер и его супруга опубликовали рождественскую открытку со своими малышами. Ким с мужем посетила юбилей P. Diddy. Она надела роскошное платье цвета брызг шампанского.